Решение о проведении публичных слушаний депутаты приняли на третьей сессии Совета 19 ноября. Ознакомиться с будущими нормативно-правовыми актами, проектами решений, датой, временем и местом проведения слушаний, а также порядком участия в них, анапчане могли на официальном сайте курорта и в прессе. В публичных слушаниях участвовало 100 жителей курорта. Это представители молодежного совета при главе муниципального образования, молодой гвардии «Единой России» и других общественных организаций. С докладом выступил заместитель главы муниципального образования Игорь Белошистый. В 2016 году доходы бюджета муниципального образования города Анапа прогнозируются в сумме 3 миллиарда 950 миллионов рублей, и что составляет 1,3 бюджетного назначения в первоначальном бюджете 2015 года. В общей структуре доходов собственные доходы планируются в сумме 2 миллиарда 70 миллионов рублей или на 103,8% бюджета 2015 года. Безвозмездные поступления из краевого бюджета планируются в сумме 1 миллиард 880 миллионов рублей или на 105% к 2015 году. Участники совещания заслушали докладчиков и экспертов. Утверждение индикативного плана социально-экономического развития на 2016 год, а также о бюджете муниципального образования на будущий год, в уточненном на слушаниях виде, депутаты обсудят на очередной сессии.